Может, не надо, Шурик? Надо, Федя. Надо. Ребят, всем привет. Сегодня приехал ко мне друг на Мерседесе V124. Поменяли ему двигатель. Был у него двигатель старого плана. Ставлю вам фотографию, видео, чтобы видели. И номер какой он по нумерации идет. Этот двигатель уже поновее будет, как у него был. Тоже 3-литровый дизель. Столкнулся он с такой проблемой. Двигатель вроде работает якобы нормально. Запотевает ему лобовое стекло снутри. Промониторил я YouTube, просмотрел множество видео. Одни говорят, что проблема, тут идут фильтра. У него фильтров не было. Но как говорит он мне, что год эксплуатирует этот автомобиль, и проблем с запотеванием не было. До этого, как он менял двигатель. Мы тогда поняли, что не в этом проблема. Посмотрел я еще немножко видео в YouTube. Говорят, что если налет этот на лобовом, то есть запотевание, протираете рукою, и оно жирное, и пробуете на язык, если сладкое, значит, это антифриз. Попробовал я, да, оно оказалось сладкое. Разобрали мы салон, как мы видим, вот он и антифриз. Проблема в радиаторе или стык с радиатором. Вот такое вот случается. И на таких вот миллионниках. За такую работу мы браться, думаю, не будем. Но если он хорошо попросит... Надо, Федя. Надо! Заведу вам двигатель. Послушайте, как он работает. Давление в норме, температура, как он говорит, выше 40 не поднимается. Теперь уже причина ясна, почему. Так, как он утверждает, это уже 434 тысячи, это будет второй круг, быстрее всего. Слушайте, как он шепчет. Так ровненько, хорошо работает. Двигатель, походу, нормальный. По кузову он очень убитый. Можно его тут поплевать, украсить. Походу, он еще не крашен. За 35 лет, думаю, это нормально. Для Мерседеса. Под нищу. Там жесть, он сгнил. Тут видим, даже дырки есть. Также со второй стороны, тут возле педали дырка. Педаль газа даже крепежа нету. На коврике держится. Вот такие вот Мерседесы. При покупке нужно коврики обязательно вынимать, смотреть днище. Он купил его, в принципе, недорого, но лучше дать дороже, но купить нормально. Вот так, ребята, такое не короткое видео. Дыма нету. Двигатель ему, значит, продали нормально. Красил я диски на этом Мерседесе полгода назад. Мокрый по-мокрому. Вычухали их, погрунтовал. 15 минут выдержка, база, слой, второй слой базы, два слоя лака. Также суппортайм красил. Так что, кто говорит, мокрый по мокрому не держится, все оно держится нормально. Но это что, тут нет уже краски и лака, это уже он ободрал. Любитель поездить по рыбалкам. Довольно неплохо смотрится, когда суппорт красный, а диск в серебро. Резина, конечно, никакая.
кузов так сгнил, что аж колесо ушло. Смотрите, тут зазор 5 пальцев, тут он 2. Тоже резина, как у Ленина голова. Вам спасибо за просмотр, за ваши комментарии. Всем пока!